Эту семерку только купили и поехали кататься. Нарезали круги напротив остановки «Абрамовская горка». В один момент веселье прекратилось. Грохот услышали. Я думал, это трамвай. И вы выглянули. Выглянули, смотрим, въехали в забор, в машину. Ну и вышли. В результате ДТП сломаны забор частного дома, перед «Ладой» 7-й модели и задняя часть «Весты». Ремонт влетит в копеечку, поскольку у виновника не было водительского удостоверения и страховки. Придется восстанавливать все из своего кармана. Параллельно этой аварии произошла еще одна. Дорогу на перекрестке улиц Парижской коммуны и Суворова не поделили новенькая Hyundai Greta и Hyundai Accent. По словам очевидцев, женщина-водитель Греты поворачивала налево и не пропустила водителя Акцента, который ехал во встречном направлении прямо. После столкновения Акцент отбросила на столб, который не выдержал напора и рухнул. В ДТП пострадал водитель Акцента. Евгений Казанцев, Сергей Калиник, Сергей Александров. Новости, Верхнекамье.